Вода. Вода – это источник жизни. Еще в утробе мы развиваемся именно в воде. Все живое, в том числе и растительный мир, также произрастает из семени и воды. Все живые и растительные существа также состоят из воды. Например, большинство животных на 75%, рыбы тоже на 75%, медузы на целых 99%, яблоки на 85%, арбузы на 96%, и даже человек тоже состоит из воды. В теле у новорожденного содержится примерно 86% воды, а у пожилых людей до 50%. Между тем, нельзя не отметить, что Земля на 70% покрыта водой, но только 1% воды в мире пригоден для потребления людьми. Тут невольно вспоминаются строки из Священного Корана, где четко сказано: «Разве не видели те, которые не веровали, что небеса и земля были соединены, а мы их разделили и сделали из воды всякую вещь живой? Неужели они не уверуют?» А вот еще одна сура. «Он тот, кто ниспослал с неба воду. Посредством нее мы взрастили растения всех видов. Мы взращиваем виноградники, оливки и гранаты, которые имеют сходство и различия. Взгляните на их плоды, когда они появляются и когда созревают. Воистину в этом знамение для людей верующих». В исламе вода играет особую роль. Ежедневно мусульмане всего мира совершают пятикратную молитву, и, как нам всем известно, перед намазом необходимо совершить омовение, очистить не только свои мысли, но и тело с помощью воды. То есть вода служит очищением. А во время поста что вкушают мусульмане в первую очередь? Верно, живительный глоток воды, который в этот момент можно смело назвать самым вкусным пропитанием за последние световые сутки. В данном случае вода служит пропитанием и спасением от голода. У мусульман также есть доступ к совершенно уникальной и исцеляющей воде, воде Замзам. Источник с поистине исцеляющей водой расположен в Мекке на территории запретной мечети. Ученые доказали, что вода Замзам содержит кальций, магний, железо, марганец, медь, хлориды и сульфаты, а также бикарбонаты. Аналогов данной воды нет нигде в мире. Одной из особенностей воды Замзам является то, что этот источник не высыхал с момента его появления. А на сегодняшний день колодец состоит из двух частей. Верхняя имеет глубину 12,8 метра, а нижняя вырыта в скале на глубину 17,2 метра. Расстояние от края колодца до уровня воды – 4 метра. Согласно исследованиям, родники заполняют колодец со скоростью от 11 до 18,5 литров в секунду. Именно поэтому даже во время хаджа сотни миллионов паломников из разных уголков мира могут насладиться необыкновенным вкусом живительной воды, которую еще пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, назвал водой для души и тела. В одном из хадисов также сказано: «Пьющий Замзам получит то, ради чего он ее пьет». Друзья, очищайтесь, насыщайтесь, исцеляйтесь. И, конечно же, не забывайте благодарить за все блага Всевышнего.